Не отведал всех развлечений. Я много ретил, даже за гранью бытия, чтоб не тухло либидо. Мы сегодня собрались в Мельбурне, как вы видите, небольшой, к сожалению, компании, но это уже для нас это большое достижение, для нашей русскоязычной общины в Мельбурне. Лично я здесь, потому что мне хочется своим присутствием и своими действиями передать какую-то поддержку людям, которые в России будут выходить в этот день на демонстрации, потому что для них выход на демонстрации может стоить намного дороже, чем он стоит для меня. И хоть физически я не могу быть там, с ними рядом, я хочу их поддержать вот таким эмоциональным, душевным образом. И, конечно, также передать поддержку Алексею Навальному. Я пришла сюда, чтобы этим протестом, хоть и небольшим, показать то, что даже в Австралии знают про эти события, и то, что мы каким-то образом сможем добавить какую-то крупицу масштабности всего происходящего, всех этих протестов, которые будут сегодня в 2 часа дня по всей России. Сегодня мы собрались в центре Мельбурна, чтобы поддержать Алексея Навального и наших соотечественников по всей России, которые сегодня выйдут с акциями протеста. Протесты против коррупции, правового беспредела, который захлестнул практически всю страну, и против политического насилия над Алексеем Навальным, его соратниками, которых сейчас оперативно всех пересажали. Мы хотим показать, что находясь даже на другой части земли, мы не можем спокойно смотреть на то, что происходит в России. Нам это не безразлично, и мы хотим хотя бы эмоционально поддержать наших соотечественников.